Вот какой у нас сегодня хороший улов. Боровики, белые грибы. Вот белые грибочки. Сейчас мы покажем наши белые грибочки. Вот белый грибочек у нас. Вот еще у нас белый грибочек. Целое семейство у нас белых грибочков тут у нас. Вот там еще. Вот. Вот. И семейка рыжиков у нас. Так, рыжики у нас сразу определяются на сковородку. А эти граждане у нас будут мариноваться и закладываться в банки. Собака, как у тебя дела? Ну, что там такое? Блёх? Значит так, у нас получилось вот совсем столечко немножечко рыжиков после мытья. Вот у нас столько получилось в этой кастрюльке. Белые грибочки у нас есть, вот белые грибочки. Маленькие красавчики есть, большие, хорошие есть. Подосиновики есть, вот. Опять белые грибочки. И вот еще одна кастрюля с подосиновиками и белыми грибами. Сейчас мы, естественно, опять будем это мариновать. Значит, на всю вот эту вот грибную охоту мы потратили 55 минут времени. Приехали, поставили машину, вышли, засекли время и пошли по лесу. Собрали мы, получается, вот две кастрюли грибов. Это у нас около 4 килограмм. В прошлый раз мы собрали на прошлых выходных было 5 килограмм 100 грамм. А сейчас приблизительно около 4 килограмм грибов. Поэтому, как я уже сказал, мы сейчас будем мариновать две кастрюли и жарить рыжики. Грибочки в сковородочке, грибочки, грибочки, рыжики, пыжики, пыжики, рыжики. А вот здесь у нас белые грибы, боровики, белые и подосиновики. Рыжики, 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 рыжики. Отвариваются наши. Кто наши? Наши боровики. И белые грибы отвариваются. Эти тоже отвариваются. А тут у нас рыжики в сметанно-масляном соусе. А еще мы в лесу видели маленькую змейку из семейства полозовых. По-немецки она называется Blindschleicher. По-русски, ну, по-русски. По-русски у него нет такого названия, потому что она водится только здесь, в Германии. Чем интересна эта змейка? Тем, что у нее точно так же, если ее поймать, внезапно у нее отбрасывается частичка хвоста. Вот как у ящерицы. Ну вот сейчас смотрите про эту змейку. Маленькое короткое видео. Вставка между грибами. Не хочу я делать фотку. Это змей. Это настоящий змей. Вот он прячется. Бежишь? Куда-нибудь бежишь? Нет? Мы пришли в твой лес искать грибы. Как у тебя дела? А? Зверюшка. Да не бойся, мы тебя не тронем. Гуляй. Итак, приступим к поеданию наших рыжиков с жареной картошечкой.
Вот такие у нас рыжики в сметанно-сливочном соусе. Да, правильно. Жареная картошечка и итальянское вино Каберне Савиньон. Всем приятного аппетита. Наслаждаемся едой.